Всем привет, дорогие друзья, с вами Мега, и мы с вами продолжаем прохождение Alan Wake Remaster. Поехали. Ну правда, Ал, то, что ты говорил в машине, ты хоть сам себе веришь? Застрелил человека, а труп просто жди здесь. Взял, да исчез? Тише, малыш, я уже почти закончил. Вы Расти, да? Вы сдаете коттеджи? О, мистер Вейк, я бы пожал вам руку, но, как видите, мои заняты. Вообще-то, извините, что вас прошу, но не могли бы вы принести бланк регистрации со стола? Он напротив кривозубого Чарли. Да, конечно. Когда ты последний раз спал? Или ты по кайфам? Или вообще бухой? Нет. Послушай, Барри, Элис похитили. У меня неделя выпала из жизни. И сам все так... понимаешь, как это звучит из твоих уст? Нет, понимаю, история крутая, тянет на бестселлер. Но когда путаешь вымыслы с реальностью, это значит, что пора в дурку. Серьезно, тебя надо в дурку. Нельзя просто пойти на встречу с похитителем. Такие Погоди. Истории всегда кончаются катастрофой. Слишком много болтаешь. Вот тот самый бланк. А вот ключи. Так, это все, мистер Уэйк. Рад, что вы с нами. Спасибо. Как мне добраться до Lover's Peak? Тебе нужно пойти в полицию. Она моя жена. Это мой долг. Обсудим это потом. Это же бред, Ал. 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 Нужно пойти к шерифу или вызвать ФБР. Черт, Барри, они убьют ее. Это не чертова полемика, Барри. Я иду к Lover's Peak. Он сказал прийти одному. Ладно, ладно. Я понимаю. Но ты мой лучший друг, и я боюсь, что ты не в себе. Скажи мне, как помочь, и я помогу. Жди меня здесь, и если до утра не вернусь, вызывай подмогу. Будь здоровы. Поаккуратнее с местами, Ал. Деревенщины опасны. Идти к Lover's Peak. А то будет как вы сами. Да. Путь будет долгий. О, я еще ворвел за. Я знал, что нужно было пойти в полицию. Я, конечно, сглупил, но я злился на Барри за то, что он пытался меня отговорить. Эти сволочи ведь не побоялись позвонить мне прямо в управление шерифа. Копов они не боялись. И у них была Элис. Ой. Что это было? Ладно. Что происходит? Давайте-ка посмотрим, что-нибудь есть в этом доме. Ничего. Преступление и наказание. Что происходит там? Расти, держитесь! О, я иду! Прошу, помоги! Бегом, 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 бегом! Не устаем! Слышите? Кто-нибудь! Прошу на помощь! Мистер Уэйк? Черт. Прямо как на той странице, которую я нашел. Все сбылось. Оно знало, как же темно. Она вернется за мной. Нужно свет в кабинете. У меня есть ключ. Ладно, Расти, держись. Я скоро вернусь. Что бы это ни было,
она далеко? Расти нашел страницу из рукописи. Она помогла бы мне понять, что произошло. Чтобы спасти Расти, нужно было включить электричество и зажечь свет. Откуда топор? Сломал выключатель. Свет невозможно было включить. А можно взять топор? Расти! Расти! Земля покрыта масляными пятнами, похожими на жидкую тьму. Ну-ка, а куда он пропал? Что-то пробило в стене дыру размером с мамонта. Кормите животных. Всегда? Покидайте с указанием. Это он. Блин. Один патрон остался. Еще. Ну и что мне теперь делать-то? Патроны-то кончились. Ай! Тихо, уходим, уходим. Бежим. Все, они сюда не пойдут. Что? Что это было? Я видел в окно. Я видел, там что-то было. Забудь, Барри. Просто я схожу с ума. О боже, ты не сходишь с ума. Хотелось бы, но ты не сходишь. Ал, береги себя. Будь в доме, никому не открывай. Серьезно. Где есть патроны? А вот там есть ящик. Как же быстро он устает. Туристическая тропа. Блин. Все, больше нигде нет. Опять мало патронов. Я чую опасность. О, дробовик. Куда?
Кончились патроны, только не это. О. Все, я сбился от них уже. Ноль патронов, а как мне уже быть? Ой-ой-ой. Ух ты! Давай, нужно шевелиться. Другие на подходе. Фонарики для детей. Сигнальные ракеты удержат твари. Ты тоже их видишь? Конечно, вижу. Пошли, нечего стоять. Зачем? Потому что так надо по сюжету. Да, но... Пошли! Прости, но пушку я потерял. У меня есть пушка. Ты, главное, свети на них. Не сразу, но я узнал его. Он ехал на пароме вместе со мной и Элис. Он знал мое имя. Мы шли к Лаверспик. Это не совпадение. Он... Вот ты стреляй. Черт. Зацените, что у меня есть! Лаверспик, сюда, вверх, Уэйк. Бери из ящика сигнальные ракеты и отгоняй их, пока я не оторву доски. Дай пистолет. Не пойдет, Уэйк. Ты шутишь? Дай пушку! Некогда языком молоть. Сдерживай их! Блин, подождите. Все, восстанавливаемся. Яблочко! Уходим. Ну как, тебе лучше, Уэйк? Тепло и светло? Готовься, они догоняют. Вот так, Уэйк. Последний бой. Еще сигнальные ракеты. Готовься! Будем бить их, пока не кончится! Дай сюда чертову пушку! Они идут! Так не пойдет. Следуй сценарию, Уэйк. А? Видишь? Пустяки. О, как же было долго и сложно. Спектакль окончен. Где моя жена? Я знал, что ты скажешь это. Уже читал. Поздравляю, ты невероятный писатель. Ты принесешь в наш мир нечто великолепное и ужасное, если мы обеспечим должный редакторский надзор. Что за чушь ты несешь? Где Элис? Мне нужна вся рукопись. Или ей не поздоровится. Не
трожь ее! Блин. Теперь он наш враг-то. Или отдашь мне рукопись, или пожалеешь. Нет, вернись! Клянусь, хоть пальцем тронешь Элис, убью! Слышишь? Вернись! Он похитил Элис, и он думал, что рукопись какая-то волшебная. Отдать ему рукопись я не мог. У меня ее не было. Нужно было вернуться к Барри и решить, что делать дальше. Пробраться через лес. Ну что ж, я думаю, уже на этом можно закончить. Огромное спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с друзьями. С вами был Мега. Всем пока.